Новая экспозиция появится в Национальном музее Карелии. Одним из первых ее экспонатов станет копия военной реликвии, прибывшей в эти дни в Петрозаводск. Копию наградного красного знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии, утраченного в ходе боев на территории Карелии в годы Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, торжественно передали республике. Сегодня мы возвращаем этот флаг в нашу республику. Отдаем должное памяти тех людей, кто погиб на нашей территории, защищая нашу землю. Хочу сказать огромное спасибо общественному объединению офицеров России, делегации из Новосибирска, которые являются настоящими патриотами нашей страны. Инициатива воссоздать знамя принадлежит общественной организации «Офицеры России», Карельскому отделению Российского военно-исторического общества и ДСААФ Карелии. Поддержку проекту оказало региональное министерство культуры. Оригинал штандарта, созданный в 1926 году и захваченный в качестве трофея, находится в военном музее Хельсинки. Швейный цех, в котором взялись бы за изготовление копии знамени, из-за сложности работы удалось найти только в Новосибирске. Теперь копия знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии послужит началом новой экспозиции, которую планируется создать в Национальном музее Карелии. Участники церемонии также возложили цветы к захоронению советских солдат, погибших в годы Советско-финляндской войны.